Türkçe bir Sen usual diye Google falan Translate'i mi açtın? falan. Bak şimdi iki tane usual'ım Ладно, это oldu. будет bilingual usual короче. Öyle yapalım, evet. Hadi ben Türkçe devam edeyim, sen de Rusça devam et. Tamam kanka. Короче, сегодня какое число? Сегодня 18-е, не помню, что слово, ноября. И мы в Порто с Денчиком. Вот он, И вот. вот его трусы. Вот такая у нас. Не, ну ладно, не надо все мое грязное белье на Вот такая вот у нас онлайн погода вывешивать. дождливая. И мы сегодня идем серфить. Короче, Вот так вот. вот так вот. Все. Мы сегодня идем серфить. Дэн уже Блин, интересный факт. один раз был уже на серфе, уже все испробовал. Вот, и сегодня я иду просто бровика уважить. Вот так вот. Я пытаюсь с Дэнчиком вспомнить какие-то фразы по-турецки. А я пытаюсь за Саньком следить и А он пытается по-русски, да, я русский, знаю. Да, то этот. Я же, ну, на эту, на мою голову ложу турецкий язык. Да, ты ложишь, ты именно ложишь, я да. Я именно ложу его. Я бы даже сказал, ты лажаешь. Лажаю. Конкретно в русском языке. Вот такая вот у нас тут ситуация. Нет, здесь стоит вообще отдельный этот. Да, точно. Блин, офигенный верстак вообще здесь. О, португальские люди. Он где? А вот наш транспорт. Опа! Вот это да! Мы, конечно, вообще очень удачно попали. Это, не, это мне просто очень сложно говорить, чтобы вы понимали, я как бы мечтал о серфе уже очень давно, то есть и очень скучал, и это вот, ну, наконец-то вот он здесь, передо мной. Сметил, как по классике. Не с той стороны девать начал? Ну да, да, здесь же написано front и inside. А это у меня, кажется, у меня это outside. Ага, понятно. Сейчас будет. Я-то хоть правильно одел? Надеюсь, да. А, или то же самое? Да, да, да. Черт. Вот мы момент. Так все это время Денигер и катался. Вот так вот. Вот да. Примерно вот так вот, да. Офигенно просто. Но реально, это просто волны такие непонятные сейчас были. То она слишком большая. Вот. То с другой стороны подходит какая-то другая еще. Короче, да, не получилось так. Давай я тебя сниму. Но... Да не, нормально, нормально. Ага. Вот это ты, братан, просто Blackbird style. Ой, блин. И сопли вошли, да, в кадр? Сопли это тоже Blackbird style. Да, в конце да. должен быть либо харчок, либо сморчок. Вот это вот ББ. Пошло дело. Вот так вот закончили мы водные процедуры. Идем на культурно-развивающие процедуры. На культурно-развлекательную программу. Во, да. Во. Видишь, я еще культурно не развился, поэтому... Да, поэтому сейчас все разрубим. Я до сих пор не чувствую своих ног. Сколько там людей появилось.
И волны тоже намного больше. Это сейчас первым делом надо на чаек, чтобы разогреть чресло. Чтобы хоть какое-то, хоть какая-то кровь поступила там в нижнюю часть тела. Это на разминку не похоже, это похоже на изгнание дьявола, экзорцизм. Ритуал такой, да. Вот такой вот, не побоюсь этого слова, комбинация. No homo, если что. No homo. Я просто, ну, она настолько гей, что мне просто... Это чтобы согреться. Да. Это просто холодно. Ну давай, за прекрасный серф. За прекрасный серф, за ББ, который познает новые горизонты с каждым... Открывает новые уровни. Вот, да. Давайте. Даже не знаю, как это выйдет. Давай, выключай камеру, я потом тогда придумаю, я вот тогда... От океана Атлантического я буду настраивать свою новую... С обновкой. Да. Все, он просто забыл вообще обо всем на свете, теперь у него у него периферическое зрение отсутствует, он просто видит только скейт перед собой, и все. Вот я и скейт, да. И все. Вот. Все, короче, сейчас мы быстренько приводим себя в порядок и идем на культурно-развлекательную программу. Вот видите, ББ не только, значит, красивый спортивный коллектив молодых ребят, он еще и культурный. Вы в жизни не угадаете, куда мы идем. Не побоюсь этого слова. Да. Вот так вот мы выглядим примерно после небольшого рехаба. Не видел никогда в нон-тренинг. Мы выглядим вот так. Я такой, а он такой. Да. Опа. Все, идем, короче, на ужин в мексиканский ресторан. Ресторан, как говорят как раз в Мексике. Да. Это мексиканский акцент. И такерия мексикана, как говорят во Франции. Вот, да. Что-то. Вот такой, слушай. Так вот даже с... Кактусы есть. Значит, мы все-таки в Мексике. Да, все-таки. Ну, на здоровье, как говорят во всем мире по-русски. На здоровье. Опа. Вот так вот мы культурно обогащаемся. Короче, ждем местную джаз-группу. Они опаздывают, что они очень некультурно. На 10 минут, но это еще не лимит, братан, потому что ты в Португалии, здесь. Если они начнут через полчаса, это будет great success. Ну, братан, я тебе скажу, я с Анталией, я думаю, уже привык, вот, так что у меня лимит такой на час, скажем так, вот я вот такой вот чувак. Если раньше часа, это еще прям, это прям респект. Это хорошо, да. Ну все, будем здесь ждать. Здесь примерно то же самое, братан, поэтому ждем. Итак, у нас вышла на сцену молодая группа «Тем, кому за 25». Три одумана. Их название. Три девицы. Короче, сегодня
19 ноября, следующий день. Дэн снимает свой usual, я тут свой пытаюсь. Мы пришли на небольшой ивент в такой кантри-клаб, там с тестингом вина из сыров, который происходит вот в этом зале. А пока люди там занимаются делами, мы нашли здесь такой вот зальчик, вот с такой вот ситуацией, и сказали, грех не воспользоваться. Вот это мощь террористическая, просто С4 в человеческой форме. Да. Так, Денчик у нас тут занимается термоядерными просто вычислениями, там, как белым шаром попасть по красному... Да, хотя бы по красному ходить, я уже не понимаю. Да, это реально сложно, кстати, так что давай. Белым по красному, да, при том, что они вот так вот выглядят. Ну-ка. Я не знаю, зачем ты выложил свой на стол. Ну ладно. Свой кий на стол. Да. Репортаж ведется с чемпионата этого двора. Вот так. Ну. И вот вернулся я вот сюда же. Да. Теперь моя очередь. Сейчас будет точно такая же ситуация. Вот. Точно такая же, блин. Давай ты тоже рассчитай, как я рассчитывал, да. Смотрите, какое серьезное лицо у него. Офигенно. Ну, кстати, ты пропускаешь ход. Крабик. Я, короче, просто реально настолько увлекся вот этим вот челленджем просто попасть по красному шару, что я абсолютно забыл, что это вообще не мои шары. Короче, сейчас ты хотел красный сбить? Да, я в красный целился, братан. У тебя же черный. Да, я ж тебе про это и говорю. Я целился в красный, потому что... Props to you for not seeing color, my friend. Да, типа, you're not racist, знаешь. Красный, черный, все они одинаковые. Короче, да, лоханулся по полной. Дэн меня два раза в бильярд сделал просто, поэтому я пошел заедать свое горе. Да, сырами. Нет, европейскими. Ты меня на первой игре ты меня вообще сделал жестко. Я просто в конце, мне просто так повезло, что я сбил как бы последний шар. Это не везение, братан, это просто талант. Он либо есть, либо нет. Это он про себя сейчас.